бацаем рок-н-ролл. В главных ролях одинокий чернокнижник. Один человек и его пушки. В мире, в который вторглись демоны. Чернокнижник со своими магическими способностями и мощным оружием должен отвоевать землю. Никаких сохранений. Проще простого. У него есть навыки и заклинания против зла. Давай-ка с тобой прогуляемся в ад. Лишь один человек может стать совершенной машиной для убийства демонов. Я никогда об этом не просил. Подождите, вообще-то просил. И войти в ад, чтобы завоевать его. Да. Я чувствую себя везунчиком. Компании Buckshot Software и Gaming Company представляют проект Чернокнижник только на ВХС. Ну и еще на GOG.com.